Михайлович, ваши комментарии по игре. Скажем так, первый тайм провели даже очень неплохо. Владели инициативой, создавали моменты. К сожалению, забили только один гол. Второй тайм команду как будто подменили. Не знаю, что произошло. Мы, то есть, проиграли всю борьбу, проиграли все подборы. Как итог, конечный результат. Замены во втором тайме, как вы оцените, насколько они? Ну, скажем так, всегда от игроков, выходящих на замену, ожидаешь, чтобы они, если не усилили, то хотя бы не ослабили игру. Так, скажем, замены были неравноценные, но некоторые замены были плановые, поэтому... Поражение в Бобруйске как-то психологически сказалось на... Ну, как показал первый тайм, я думаю, ребята забыли, сделали соответствующие выводы. Но второй тайм, конечно, оставляет желать лучшего. Это на твои впечатления по сегодняшней игре? Ну, обидно, что проиграли, уже очередное поражение. После того, то, что случилось в Бобруйске, хотелось как-то реабилитироваться, но не получилось. Не знаю, вот вроде все нормально, играем, потом бац, ошибка, и сами себе приводим гол. Вот. А что случилось во втором тайме? После первого гола Днепра показалось, что команда немного подсела и Днепр... Ну, немножко психологически давят вот эти вот поражения, то, что проиграли вот это. Все равно в Бобруйске оставило свой след, то, что мы вот это проиграли. И как-то перестали верить в себя, перестали верить в партнера и как-то так вот начали играть каждый сам за себя. И в итоге 2-1, и там уже тяжело было вытащить. Какие выводы можно сделать по сегодняшней игре? Наверное, играть каждый друг за друга, нарабатывать этот коллектив. Вроде с прошлого года остались все те же самые, но вот не получается. Вот начальные туры, вроде стараемся играть в свой футбол, навязывать свой футбол, но что-то не получается.